Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко ценит роль посла Литвы в сближении белорусско-литовских отношений. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с литовским дипломатом Эвалдосом Игнатавичусом по случаю завершения его дипломатической миссии. 3 года дипломат руководил посольством в Минске. Литва входит в десятку ведущих партнеров Беларуси в торговле. За прошлый год товарооборот превысил $1 млрд. С участием литовского капитала в нашей стране реализуется ряд инвестиционных проектов. В окружные избиркомы подано 396 заявлений на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты Палаты представителей. По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, пока зарегистрированы 256 таких групп. Тем временем уже аккредитованы 32 международных наблюдателя от структур СНГ. Они представляют 3 различные организации – Исполком СНГ, Парламентскую ассамблею СНГ и Парламентское собрание Союза Беларуси и России, но будут работать в составе одной миссии. Выборы в Нижнюю палату белорусского парламента пройдут 11 сентября. Форум регионов Беларуси и Франции может пройти уже в следующем году. Предложение организовать подобную встречу сегодня озвучил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с группой дружбы «Франция-Беларусь». Французская сторона идею поддержала. Отмечу, что сейчас между странами подписано 19 соглашений, в работе еще 7 документов. Сегодня на встрече были озвучены и предложения, которые позволили бы странам работать еще активнее напрямую без посредников.